Арт-объект для Самары уникальный, яркий и полезный. В сквере на пересечении улиц Полевой и Мичурина появилось пустышковое дерево. Часто детей трудно отучить от пустышек, и для родителей это становится настоящим испытанием. Это дерево и призвано помочь мамам и папам. Пустышку нужно бросить в дупло, а ребенку объяснить, что ее подарили лесным жителям, белкам и зайцам. Так малышам будет психологически проще расстаться с привычкой. Сама идея зародилась в Европе. Подобные деревья есть во многих городах Дании, Швейцарии и Баварии. Самарские родители считают объект нужный. Очень здорово, что есть пустышечное дерево, куда можно определить пустышку. Есть мотивация, есть интерес, есть заинтересованность. Соорудить дерево помогла частная компания, а районные власти устроили в сквере праздник для детей. К подрастающему поколению повышенное внимание. И создать комфортные условия для детей – одна из главных задач. Существует программа, в соответствии с которой в прошлом году в районах были установлены новые детские комплексы, развлекательные малые архитектурные формы, качельки, горки. В этом году работа будет продолжаться в этом направлении. Не случайно и пустышковое дерево появилось рядом с детской площадкой, чтобы после расставания с пустышкой отвлечь детей игрой на горках и в песочнице. Елена Елисеева, Василий Колдашов. События.